Всем привет, давно не виделись. Сейчас нахожусь в Алмате. Сегодня был выходной день у меня, решил сегодня не работать. Вот, и сейчас пока жду дочку из танцев. Добрый день. Решил сделать трансляцию. Давно хотел эту тему поднять насчет денег, но как-то не получалось. И все, не было времени. Думаю, сегодня, может быть, об этом поговорить. Вот, потому что чем больше я изучаю... Добрый вечер. Чем больше я изучаю тему денег, тем больше упирается все именно в гордыню. В корону, которая на голове. Мы думаем, что мы вот самые умные и не хотим дальше обучаться, учиться или идти к каким-то новым целям. И очень важно прорабатывать гордыню для того, чтобы было больше денег. Для того, чтобы больше зарабатывать, нужно проработать свою гордыню. И как только ты начал зарабатывать, очень важно, чтобы твое эго как бы не полезло вверх и нос не стал задираться. И поэтому, когда очень часто мы замечаем вот эти взлеты, да, богатеет, поднялся и упал. Конечно, это тоже проработка определенных блоков, там гордыня так бьется, да. Но можно сделать этот путь менее болезненный и пройти его наименьшими потерями, и для этого нужно очень вовремя прорабатывать свое эго, да, то есть надо понимать, что ты богатый не из-за того, что ты там самый там крутой или кто-то выше, кто-то ниже, а просто тебе как бы это сейчас дано, возможно, даже на время. Ты в каком уровне, в какой точке тела гордыни отражается, в каком уровне доходов или в каком уровне. Гордыня, она нигде не отражается, она, по-моему, в мозгу. Это вообще это свойство ума такого, это когда ум слишком умный. И поэтому это, скорее всего, в голове. Но гордыня, она приводит к страхам. И если... В каком уровне твоя гордыня? В моем гордыне мы... Я не знаю, как их делить, разделять по гордыне. И там какие там уровни. Блок в могу. Возможно, блок в могу. Блоки есть не только в могу. Блок есть достоин, недостоин. Потому что с каждым новым уровнем дохода твоего будут всплывать новые твои какие-то моменты. И я еще заметил такую штуку. Чем больше ты зарабатываешь, тем меньше охота принимать того, что ты достоин именно такого дохода и этого заработка. Я раньше думал, что вопрос будет вставать того, что как заработать, и вопрос в том, как еще есть как потратить. И поэтому тоже уровень гордыни отследить очень сложно. И в каком уровне доход? В каком уровне доход? Как бы сказать, чтобы доход очень... Сейчас скажу. Вот если брать, допустим... Давайте так, откровенно тогда этот уже. То, что касается доходов. Максимально то, что я зарабатывал на зарплату, когда работал, это было 3000 долларов. Это когда я был топ-менеджером там. И это было, ну, как бы, тогда я считал, что это прям круто. Потом это все забрали. Я потерял работу и стал зарабатывать где-то от 70 до 100 тысяч тенге. Это было 5 лет назад. Потом доходы начали потихоньку расти. Не расти, а в полтора года вообще никак не зарабатывал. Вот в этих от 70 до 100 тысяч я так и ковырялся. Ну, в смысле забрали, в смысле меня уволили с работы. Я не смог потом никуда устроиться. И устраивался даже потом за 100 тысяч деньги. Меня просто не брали. Здрасте. На работу. Вот. Потом в какой-то момент я решил, в общем... что надо как-то двигаться самому, делать... Здравствуйте. Делать свои какие-то вещи, свои... Вот, и мой вот проект вышел, эмоциональная свобода, тренинг, потом стал индивидуально с людьми встречаться, принимать, и доходы стали расти. Сегодня, как бы... Вот мне сейчас 38 лет, и я не скажу, что я прям много зарабатываю, но столько, ну, вот за всю жизнь я столько никогда не зарабатывал, такой поток на меня никогда не генерился, да? И я надеюсь, что этот поток будет дальше как бы идти и продолжаться.
работа сама по себе неправильное понятие, знаете, я не знаю, просто в русском языке вот эта работа есть в этом слове раб, да, и как бы у нас к нему такое негативное отношение. И типа работа, там, типа раб на кого-то, раб, работаю для кого-то и для чего-то. Ну, по мне вопрос не сколько в работе, вопрос сколько в дисциплине. Потому что когда одно дело, когда ты работаешь на кого-то, то тебя заставляют, тебе говорят, что делать, тебе выставляют планы, тебе говорят, куда идти, куда ехать, добрый вечер, зачем ехать, почему идти, с кем договориться, с кем не договориться. И вот эта вот мутатень, она продолжается изо дня в день. Но в этом есть такая засада, что тебе не надо думать вообще ни о чем. Тебе сказали, что делать, ты пошел, сделал. Причем ты делаешь это как-то нехотя и хочешь, чтобы тебе платили. Нету стабильной работы вообще и никогда не будет. И поэтому это плохо. Ну, то есть, поэтому, знаете, это вот похоже... У меня было состояние такое, что... Когда я выходил на... Убил тебя. Когда я уходил... В общем, когда меня поперли с компании уже, да, и уже, ну, как бы... Я хотел стабильную, нормальную работу, но ее никогда не будет. Потому что сейчас я понимаю, когда ты вышел на стабильный какой-то доход, и твои доходы не растут каждый месяц хотя бы на 5-10%, то у тебя состояние регресса. Это уже неправильно. То есть ты уже начинаешь снижать свою планку, потому что есть инфляция. Потому что цены растут изо дня в день, и надо свой доход подгонять под вот эту вот, как бы, под... Надо мало того возместить инфляцию, надо еще нарастить, да, успеть. И поэтому не важно, сколько ты имеешь, важно, какой поток ты на себя денег можешь генерить. Сейчас все говорят там о пассивных доходах, там, да, надо пассивный доход, я там не работаю, ничего не... Я тренинги веду сейчас, я там ничего не делаю, там и пассивный доход идет. Я вам честно скажу, пассивного дохода не надейтесь. Во всяком случае, не так, как мы об этом мечтаем, лежать на печи и ничего не делать, зарабатывать какие-то деньги. В любом случае, нужно будет пахать. Будут моменты, когда надо будет пахать. Другое дело, это твое отношение к своему труду, к своей деятельности. И ты должен соизмерять, да, то есть нужно с кайфом идти, как бы, на свою работу, нужно с кайфом зарабатывать деньги, и тогда ты будешь счастливый, да, твой уровень твоего, как бы, счастья, он будет повышаться. Если этого не происходит, ну, тогда ты, как бы, тогда это печально. То есть не хотел работать с 9 на 6 на кого-то, и теперь работаю 24 часа в сутки на себя, да, но это тоже не вариант. И, как бы, помните этот, как анекдот про делегирование, да, вот сейчас у меня состояние такое, что, наверное, уже нужно быстро оперировать. Нужно быстро оперировать, и вот очень много сейчас на бизнес-форумах все там делегирование, да. Очень важно делегировать и свои полномочия кому-то, своим подчиненным, если они есть. В какой-то момент ты должен платить за то, у вас кредит. У меня нет кредитов, я не беру принципиально. Кредит, в общем, есть. Если это под бизнес, это добро. Если это в ипотеку или на машину, то это зло. Поэтому я так понимаю, что, как бы, вот, деньги надо и получать, и тратить с удовольствием. Вот, очень важно, потому что бывает, ты зарабатываешь и не тратишь, как бы не можешь себе позволять, и в этом больше есть напряжение, чем в том, чтобы заработать. Потому что одно дело ты заработал, и другое дело потратить. Потратить большую сумму денег на какую-то вещь – это очень сложно. И потратить большую сумму денег на какую-то херню по 6%, думаете, под бизнес – это нужно смотреть ликвидность своего бизнеса, да, то есть сколько раз ты эти деньги обернешь, допустим, за месяц, за полгода, за год, и посмотреть, сколько ты с него, какая у тебя маржинальность, учесть инфляцию, и тогда посмотреть, выгодно тебе это будет или невыгодно. То есть, допустим, у тебя бизнес, там, прибыль там 3%, в год ты оборачиваешь один раз, под 6% брать никакого смысла нету. Если у тебя прибыль выходит средняя там в месяц или за полугодие там хотя бы 15%, то есть, наверное, смысл взять. 1000% в 5 лет, это в смысле прибыль у тебя такая или что? Я не знаю, насколько ты кредит, ну, насколько вы кредит берете, в общем, это лучше сядьте, просчитайте. Это все считается, 1000% за, сколько, за 5 лет, это 20% годовых. Ну, наверное, выгодно, если, ну, ниже 7, если вы, ну, как бы, если не будет какого-то дефолта, девальвации, там, каких-то вещей. В общем, смотрите тоже сами.
Вообще, я вот эти вот, знаете, я не привык к обязательствам, я не могу, как бы, когда я кому-то должен, меня это очень сильно вырубает. У меня есть друг, я сейчас работаю, у меня свой проект, как бы вот «Эмоциональная свобода», можете посмотреть в этом, в интернете где-нибудь. «Эмоциональная свобода» с Игорем Ким, посмотрите, просто там есть прям деятельность. Я есть в соцсетях, я достаточно открытый, поэтому я открываюсь. Вот. Поэтому, ну, посмотрите, насколько там выгодно, невыгодно вам ваши кредиты. Вот, по поводу стабильности, еще раз повторяюсь, когда у тебя стабильный доход, с тобой что-то не так. Смотри, где ты можешь изменить. Я вот прям всем рекомендую «Прощение денег». Вот у меня есть на Ютубе на канале. Можете его слушать каждое утро. Оно немного сдвигает там все тараканы, ну, там процентов 80 тараканов, которых есть в голове. Есть второй кредит, машину по 24%. Да, как думаю, кофе-автоматы, не знаю, честно, это надо считать. Есть второй кредит, машину. Там под кредит на машину, в общем, лучше закрывать и побыстрее, да? Видите, у нас то, что касается кредитов, у нас аннуитетная ставка вообще, вот, ну, как бы у нас аннуитет. Вы, наверное, слышали, что когда вы берете кредит, что у нас аннуитетный кредит, в общем, у нас все будет аннуительно, да, как они говорят, или аннуитетно, аннуительно, в общем, вот так. Универсиада и Экспо влияет на жителей Казахстана? Конечно, влияет, нам от него хорошо, как понять. Вот смотрите, аннуитетная ставка, вот, допустим, ты берешь 100 тысяч долларов под 10% на 10 лет. Ты через 10 лет должен банку отдать 200 тысяч долларов. И люди очень часто не понимают, почему так много. То есть, ну, вроде беру под 10%, а получаю там 100% переплату, как бы, на выходе, да, через 10 лет. И люди не могут понять. И где засада, не поймут. Вроде и так считают, и так, и в общем непонятно. И я вам честно, вот в начале 90-х годов кредиты были намного честнее, чем сейчас, пока не появился вот этот аннуитет. Аннуитет вы можете потом погуглить отдельно. Аннуитетная ставка процента, она подразумевает такие вещи. Ты берешь 100 тысяч долларов на 10 лет, под 10% годовых. Если по-честному считать, то там, честно говоря, будет, ну, не так небольшая переплата. То есть за 10 лет ты переплатишь, там, может быть, там сколько-то там чуть-чуть. Ну, так чуть-чуть, по сравнению с тем, что мы сегодня платим. Аннуитет, он рассчитывается так. Ты берешь 100 тысяч долларов, тебе рассчитывают, что ты 100 тысяч долларов как будто держал у себя в течение 10 лет. Как будто ты не выплачивал вообще ничего. Потому что вот ты, допустим, 100 тысяч долларов взял, первый месяц, там, за первый год отдал 10 тысяч долларов, у тебя сумма кредита сокращается на 90 тысяч. Ну, на 10 тысяч у тебя становится 90. И остальные проценты у тебя на годовых 10% ляжет не на 100 тысяч, а на 90 тысяч долларов. То есть, если ты в год будешь сокращать сумму основного кредита на 10 тысяч долларов, то у тебя там переплата выйдет около 30-40%, по-моему, ну, где-то вот в плюс. А так выходит 100% за 10 лет. Но ты же не пользовался деньгами 10 лет. И поэтому я, как бы, не, мне не очень нравится вообще ипотека. Поэтому, прежде чем брать кредиты, в общем, в ипотеку или там на машину, сядьте, посчитайте. Если у вас вдруг есть кредит, вот это уже без, это вот так считается. Вы возьмите, вот просто у меня второе образование на финансовое, финмен заканчивал, как бы этот. И там вот объясняли, там есть два метода расчета вот этих кредит, ну, процентов. Вообще лучше не лезть в эту петлю. Есть смысл брать кредит, когда под бизнес. Когда у тебя твой бизнес приносит тебе, там, допустим, ты за месяц оборачиваешь там 100 тысяч долларов два раза, и ты с этого зарабатываешь там, допустим, 20%. А берешь там его по 20% годовых или по 30%, то это будет не факт, что прибыль будет. Не факт, конечно. Это определенные риски, это нужно, ну, брать на себя. У меня есть товарищ один, друг, да, он как бы говорит: ты что, ты кредиты не берешь? Я вот ему начал объяснять, он говорит: ты знаешь, у тебя просто никогда не было долгов, да? Потому что когда я кому-то должен, даже банку, я даже не то что взял, я когда хотя бы представляю, что мне надо ежемесячно платить, допустим, 500 тысяч тенге, мне становится нехорошо, и мои доходы падают как бы в разы. А у него все нормально, он как бы не нервничает вообще. Поэтому, как бы, смотрите на это. И вообще, ну, как бы, я не знаю, вот это тоже в теории, спать нормально не могу. Я не могу, мне плохо становится, как бы, и поэтому я не люблю. Я человек обязательный, если я с чем-то, по поводу чего-то договариваюсь, то
у меня есть внутренний какой-то моральный барьер, что я должен как бы это выполнить. Но, в общем, я не привык, когда я кому-то должен, и, ну, как бы, и этого как-то избегаю. Вот, поэтому, ну так, а так вообще в кредитах есть добро, если пользоваться этим как рычагом финансовым. Но наше же население, большинство сжигает свой доход будущий. Вот, допустим, вот что такое жизнь? В жизни не брал, я не брал кредиты никогда. Что такое кредит? Вот, допустим, ты берешь 10 тысяч долларов как бы на год вперед, и в течение года ты выплачиваешь 10 тысяч долларов, то есть ты доход годовой свой закладываешь сразу на то, что ты как бы уже его потратил сегодня, а потом пашешь, и на что-то еще надо жить. Конечно, некоторых кредиты и долги стимулируют, и они начинают больше зарабатывать, но, в общем, я как-то не привык так жестко относиться к себе, и, ну, и не хочу. Мне это, я очень как бы подвержен стрессам, поэтому я не хочу себя так проверять. Я понимаю, что есть люди, которые загоняют себя в стрессовые ситуации, начинают потом оттуда быстро выпить. То есть ты героически залезаешь в жопу, а потом героически из нее выпрыгиваешь. Но это не мои методы. Не наши это методы, Шура. Так что, в общем, мое понимание денег такое, что потихоньку, стабильно, тихо-тихо ты с этого должен выходить, с финансовой пропасти. Это в моем характере, да, то есть ты должен сделать какой-то задел на будущее, а потом потихоньку-потихоньку подрастать. Но очень важно следить за своими доходами, потому что иногда бывает так, что ты начинаешь зарабатывать, а тратишь мало. И вот в этот момент нужно купить какую-то дорогую для тебя непонятную вещь, чтобы у тебя ушел тот блок, что это много ты зарабатываешь, и тогда ты поймешь, что ты мало зарабатываешь. Слава богу, что современная индустрия дает возможность тратить много, здравствуйте, и тратить как попало, и очень много есть предметов роскоши, которых бы мы хотели все иметь. Прощение денег? Нет, это вот гордыня и деньги. Вот. Поэтому как можно поднять денежную энергетику, важно сначала простить деньги. Вот реально, вот прощение денег на канале YouTube забейте, там «Эмоциональная свобода с Игорем Ким», прощение денег. Там выйдет вот этот ролик, и этот, знаете, это был тренинг в Пензе, это повела мой учитель, и там девочки на тренинге прописывали своих тараканов, которые вот связаны с деньгами. И потом это в общем, вложилась в систему прощения этого Александра Свияши, и получился вот такой ролик на 26 минут, я его записал. Никакой художественной ценности он не несет, он просто там есть. Поэтому возьмите, просто слушайте, про экономию что скажешь. Экономия бывает, что надо взять себя в руки и, ну, как бы экономить, потому что, знаете, я очень много читал там Киосаки, там Трампа Дональда, потом еще кого-то там, он сейчас просто популярен, Трамп, потом этих всяких разных лайф-коучей, бизнес этот, и они все как один Чо Сон Ин. Я не понимаю по-корейски. Вот, и поэтому вы читали книжку Жака Фреско «Все, что не купишь за деньги». Я не читал. И там вот везде написано, там 20% дохода надо отложить, там 10% дохода надо на благотворительность, там еще что-то, да? Но это же не для тех людей, которые за чертой бедности, или не для тех людей, которые зарабатывают там 100 тысяч тенге, 200 тысяч тенге, да, на семью или там на одного себя, если повезет, да. То есть, с чего ты будешь откладывать, если твоих ежедневных расходов, они покрываются, ну, входят там 100 тысяч тенге. Куда отложить 10% на благотворительность, и где отложить 20% от своих доходов. То есть, а потом я послушал миллионера одного, он говорит, я живу на своих 5% дохода, и как бы остальное я просто тупо откладываю. То есть там 95% он откладывает, потому что он не успевает тратить. На сегодняшний день мир не такой дорогой, и даже если как бы тратить расточительно, наверное, сегодня в Казахстане больше 5 миллионов тенге потратить за месяц, ну, наверное, это сложно, если у тебя есть машина, квартира, то есть семья, и все упакованы, и на человека 5 миллионов, это, ну, надо постараться потратить. В Казахстане, во всяком случае. Ну, и в мире, в принципе, эта сумма, ну, такая, как бы, такая, ну, серьезная. Ну, мне кажется, для меня это прям очень много. Причем это просто на еду, там, и на какие-то там твои развлекушки, какие-то там, этот, ну, не на большие деньги. Поэтому
Можно, наверное, жить на 5% своего дохода, если ты зарабатываешь там 50 миллионов в месяц и 5 миллионов ты живешь. Но по-другому не знаю. Поэтому прожиточный минимум, я, честно говоря, сейчас я не помню, но когда я вот учился в университете, тогда была такая штука, что 6 долларов в сутки, если ты зарабатываешь, ну, как бы, если ты имеешь на человека 6 долларов в сутки, то это вот все, что больше 6 долларов в сутки, это выше черты бедности. Меньше 6 долларов в сутки, это за, ну, это значит, ну, ты бедный человек абсолютно. То есть это не в Казахстане, это в мире так делаются расчеты по поводу там страны там, сколько людей за чертой бедности, потому что сколько раз мы по новостям слышим, что такое черта бедности, непонятно. И вот где-то вот это определение, я не помню сейчас, оно еще актуально или нет, потому что прошло очень много времени, тогда было 6 долларов в сутки. Если ты имеешь, то это вот, ну, ты не бедняк. Если ты зарабатываешь 5 долларов в сутки, можешь потратить, то ты бедняк. Как бы вот так. За чертой и выше черты бедности это, ну, примерно. Я до сих пор себе так и рассчитываю, что, ну, бедный много, немного зарабатываешь. Потому что у нас в Казахстане все, Казахстан, Россия, вообще постсоветское пространство, все привыкли работать на кого-то, на государство. Поэтому все идут в нацкомпании зачем-то. Все идут в нагослужбы и думают, что там будет счастье. Но это счастье, оно такое млечное. Если честно, там можно на халяву получить квартиру и продать свою жизнь, там 30 лет жизни своей просто отдать государству, да? Я не знаю, насколько это целесообразно, потому что в современном мире, если ты будешь заниматься бизнесом, я так понимаю, что за год, за два можно купить квартиру. Если ты будешь пахать. Мы просто не привыкли работать. Почему я так говорю смело? Потому что 13 лет я работал на кого-то. Из этих 13 лет я думал, что я работал прям честно и откровенно, ну, где-то месяца 2-3. Вот, то есть с полной самоотдачей. Сегодня я понимаю, что я никогда в жизни вообще не работал, потому что сейчас я работаю сам, и я никогда так не работал, с такой отдачей. Я не халявлю, да, я просто пашу. И каждую минуту своего времени я затыкаю вот работой, и сейчас вот этот мой тайм-менеджмент весь. И я стал вести ежедневник. У меня есть график моих перелетов и где я буду на полгода вперед. Поэтому, если человек меня на день рождения позвал, там, приходи завтра, я, ну, вряд ли приду, потому что у меня там что-то уже написано. То есть, я вот, знаете, всем желаю, чтобы, наверное, все так вот как-то свое время распределяли, чтобы у вас было столько дел, чтобы вы так зарабатывали, что вам просто некогда было грустить, там, или как-то этот. И тогда, когда ты находишь там день или какую-то минутку для своей семьи, ты погружаешься в свою семью и начинаешь, ты как бы, знаешь, годный контент, спасибо, ты как-то начинаешь больше ценить это время и вот вкладываться в детей. А то бывает, ты лежишь как уволень, да, дома там месяц сидишь, и не можешь как бы с детьми там пойти поиграть или куда-то. А вот когда времени нет, ты сразу берешь ребенка в кино, там еще куда-то. И то есть за день ты везде вот эти раз-раз дыры затыкал. Вот сегодня, допустим, там на танцы дочку привел, сижу, вот делаю трансляцию, да. Это из-за того, что нет времени. И поэтому я вам желаю, чтобы вы прям выкладывали вот свое время, прям тратили очень разумно, и чтобы его у вас не было просто. Потому что время – это единственный ресурс, который он не возобновляется. При этом обратите внимание на свое тело, да? Вот сейчас я как бы, ну, очень грузный, у меня там лишних там 20 килограмм, наверное, веса сейчас. И я уже хочу очень долго, как бы уже года 2-3, я думаю, надо заняться весом, и все равно жру после 6, да? Или там надо заняться весом, и все равно не делаю зарядку, да? И знаете, я вот нашел. Мне кажется, я что-то нащупал, я не знаю, вы потом посмотрите на, ну, посмотрите на меня там через месяца 2-3, не знаю, что получится, но надеюсь, это как-то вот все уберется. Почему? Потому что у Брайана Трейси недавно я нарыл в Ютубе гениальную штуку. 10 своих целей ты пишешь каждое утро. Ты просто пишешь своих 10 целей каждое утро всю жизнь. Но поставь себе хотя бы на месяц, да? И, во-первых, ты поймешь, что ты хочешь. Потому что ты. И вот ты должен взять блокнот. Будем вести еще. Сколько. Сейчас вес где-то 110 килограмм. Хочу 85. Вот. И
ты пишешь свои 10 целей каждое утро, при этом ты не заглядываешь то, что ты писал вчера. Но у меня рост 185, поэтому ну, не так это много. Как бы. По мне так не видно, короче, что вот это 110 килограмм. Вот, поэтому, ну, значит, будет. Ну, у вас нормально, пропорции хорошие. Вот, давайте вместе. И пишите, через 31 день сверьте первые свои желания, вот эти цели, и последние, за которые пришли через 31 день. Вы посмотрите, как ваши мысли структурировались. Ты поймешь, что ты хочешь на самом деле. Мы очень часто чего-то хотим. Но чего хотим, мы непонятно. Знаете, это как вот... Как этот, я не хочу там вот там эту кашу есть, да? Ну хорошо, ты не хочешь там манную кашу. А какую ты хочешь? Что ты конкретно хочешь? Может, ты вообще суп хотел? Да, я хотел суп. А ты хотел суп до того, как каша появилась, или после? То есть мы должны свои цели прописывать заранее. Мы должны знать заранее, что мы хотим, и тогда мы будем это зарабатывать. Поэтому очень вам всем желаю, чтобы... Так, сейчас на дочке, не дочка, это идет. Чтобы мы хотели. И поэтому вот озвучивайте свои мечты, цели, планы. И хотя бы самому себе. Мы вообще бесцельно живем, честно. Мы бесцельно живем, это печально. Потому что очень важно выставлять цели и их достигать. Очень важно... Мы, знаете, мы там... Ой, вот честно, я вообще насчет этого стал задуматься. Мне было когда 33 года. Когда я попал в депрессию, потом в 36 лет я охренел, в каких условиях я живу и насколько мало я зарабатываю, да? И я понимал, что это я, что это мое отношение к деньгам, это мое отношение к тем условиям, в которых я оказался, да? Мне вот в 36 лет, когда я понял, что я живу в ужасных условиях, честно, я, ну, как бы и до сих пор, пока вот в другой квартире сейчас мы делаем ремонт, сделали, сейчас ждем мебель, когда завезет, я еще сделаю трансляцию, покажу ремонт, какую мебель завезли. Но мне перед ребенком, вот мне перед дочкой было стыдно, что она жила вот 10 лет своей жизни в таких хреновых условиях. И раньше я бы сказал, да, виновата там, я не знаю, там, виновата правительство, шеф виноват, потому что он мне мало платит, там, виноват Назарбаев, потому что он там чего-то там не так страной руководит, да. Это, знаете, я всегда наладь свою жизнь. Ты купи себе сначала квартиру, ты купи себе машину, ты обеспечь свою семью, а потом управляй государствами, кого-то там сравнивай, чего-то там вини. Мы привыкли, знаете, как лежать, чесать пузо, да, и говорить, вот что-то он там как-то не так повел, зачем нам этот универсиада, зачем нам этот как его там, экспо там, да, мы же не понимаем. Нам проще говорить, лучше бы мне квартиру купили, раздали бы всем по квартире, чем эту универсиаду делать с этим экспо, да? Вот. И поэтому, как бы, дали бы хату, я же говорю. Но это же неправда. Мы же не видим всей картины. Вот смотри, в масштабах одного человека купить квартиру, это не сколько героизм, сколько гигиеническая потребность человеческая. Да, ты... Сегодня невозможно представить человека, чтобы у него не было квартиры. Ты должен ее заработать, ты просто обязан. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что должен повышать свои стандарты своих своей жизни. И очень важно это понимать и делать что-то самому. Не надо ждать, что тебе даст государство. Не надо ждать тебе кто-то, что кто-то поможет. Я вам честно скажу, спросите любого предпринимателя или собственника бизнеса, не дай бог, если государство начнет помогать. Не надо, вообще не трожьте лучше. Мы как-то сами проживем. Поэтому очень важно найти вот этот вот баланс и начать зарабатывать самому. То, что там государству надо, не надо, мне очень сложно судить. Бизнес губят, у нас нет бизнеса, чтобы его губить. У нас никто не занимается бизнесом, чтобы кого-то там придушить. Если говорить о рейдерстве, да, но я вам честно скажу, по-моему, в Казахстане, если ты зарабатываешь меньше 100 тысяч долларов в месяц, ты не виден. И потом его отжимают, чтобы до этого нужно долго доходить, только потом осознаешь это. Знаешь, бизнес отжимают, когда он многомиллиардный, миллионный. Его не отжимают, когда ты зарабатываешь 10 тысяч долларов в месяц, 20, 50, 100 тысяч долларов. Да? Тебя не видно.
заработает хотя бы 10 тысяч долларов в месяц. Если каждый человек в нашей стране будет зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, мы будем страна миллионеров. Поэтому, а то отожмут там. Ты до этого дорасти сначала, чтобы у тебя бизнес отжали. Дай бог, чтобы так когда-нибудь было, что ты дорастешь и ты станешь заметен, да? Но есть же моменты, когда тебя не видят. Слава богу, наши агашки там все богатые, и как бы их не интересуют маленькие доходы. Им не интересно. Поэтому можно в Казахстане зарабатывать небольшие деньги, да, там 5 тысяч, 10 тысяч и долларов, по-моему, в месяц. И спокойно. Я хочу лям-лям сверху. Ну, зарабатывай лям-лям сверху. Но смысл аппетит. В общем, важно очень относиться к деньгам, начать их любить, зарабатывать, прощать их. Лучше не переходить с мелкого бизнеса, он не особо контролируется. Я не знаю, с мелкого бизнеса перейти в большой. Вы знаете, сколько это энергетических затрат? Вы просто попробуйте из мелкого сделать большой бизнес. Это не всем так везет, да, и не знаю, если там выйдете на определенные какие-то вещи, езжайте потом в Россию, с России переедете в Европу, этот бизнес запустите, если он такой прям жизнеспособный. Не, знаете, мне вот всегда вот эти вот трейдерские захваты происходят тогда, когда у тебя есть какие-то ресурсы. Да, мне нравится моя работа, я спокойно работаю, никуда гнаться не надо, на жизнь хватает. Ну вот, здорово, брат, идите. Вот, поэтому такие вещи очень важно. В общем, к чему я все веду? К тому, что люди очень много надумывают про свои, вообще про тему денег. Что такое гордыня? Гордыня – это эго. Гордыня – это эго, и с гордыней нужно, важно прорабатывать так, чтобы гордыни, как бы, ее, знаешь, невозможно, чтобы ее не было. Но ее важно так, все фигня. Я вчера так, спасибо, хорошо, я вас поздравляю, конечно. Сейчас, секунду. Я по-корейски плохо разговариваю, ты психолог, ну что-то вроде этого, но у меня два высших образования, степень магистра экономических наук, и я не этот. Но я не... Сейчас, секунду, я отвечу. Ты что несешь? Я не знаю, алмаз крутой. Ну, алмаз-то крутой, конечно. Сразу на ты тыкаешь тут. Сейчас, секунду. Вот. Сейчас я позвоню. Игорь, да? Ахмед Юнусов. Он тут дела говорит, до которых нам еще расти. Спасибо. Ну вот, я вот про хамство, то, что это тоже гордыня, да? И сразу с человеком переходить на ты, я не знаю, сколько вам лет вообще. В общем, если вас так устраивает, в общем, находитесь там, где вы находитесь. В Астану я приеду 17 февраля, по-моему, прилетаю. Ну, это не уважение, пренебрежение, это вот эго, это гордыня. И поэтому, как бы, ну, с эго важно прорабатывать, поэтому пусть работает. Вот. Что-то трубку не берет, в общем. Он крутой, не сможет подняться. Ну, пусть прорабатывается. Вот. Да что такие дела. Вот. Поэтому, в общем, гордыня вещь такая. Гордыня его потянет вниз. В общем, я не знаю, кого куда тянет. Меня она тоже... Бывают моменты, когда меня выносит. И я же тоже, ну, как бы... Это у всех людей, как бы, как думаешь, во что лучше вкладывать деньги, стабильности хочется. Я же говорю, стабильности не ждите, это самый такой не очень хороший, не очень хорошая вещь. Куда вкладываться в меня? Классно. Вот. А бизнесы важно прорабатывать, думать их. Так, сейчас я отвечу, ладно? Алло. Игорь, ты занят, да? Я в Перископе, Галя, как бы этот, ты на WhatsApp лучше звони, если хочешь позвонить.
И Настю жду, она еще не вышла. А, я сейчас подъеду. Сейчас. Куда подъедешь? Вот. Поэтому такие дела. Есть темы. У меня, я не знаю, у меня нет тем таких, чтобы... Какой голос приятный у девушки, спасибо. У меня нет тем, как убить гордыню. Есть разные моменты, знаете, все равно, что бисер метать перед свиньями, зря стараетесь. Мы почти узнали, куда напади. Вот, и поэтому гордыню я в свое время убивал. Я как бы с бомжом ел, да, как бы. Вот. В общем, у меня была непроработка вот в отношении к бомжам, да, как бы я считал, что они ниже, они, я выше. И на одном из тренингов мне дали упражнение, чтобы я пошел покушал с бомжом. То есть его привел в кафе, заплатил за него, накормил. Вот, и поэтому, как бы... Я не сразу сделал, я это упражнение сделал через год, наверное, да? Я его сделал через год, и мне было очень сложно. И когда я пошел на Никольский базар в Алмате, нашли этого бомжа, привел его в кафе и купил шашлыка. И когда он мне сказал, что он без пива шашлык не ест, я просто припух. И тогда только лицензии ввели, тогда на базарах не было, ну, одно время продавали пиво, потом нужно было иметь лицензию на продажу алкоголем, ну, именно пиво. Я побежал за пивом, принес ему пиво, он говорит, я, говорит, как бы, этот, не буду есть, потому что ты не пригласил моих друзей. В общем, я понял, что даже вроде ниже социальной лестницы, как бы, нет, да, вот, дна, ниже вроде некуда. И он вот ведет себя настолько вот, ну, по-хамски, что мне было очень удивительно. И когда выяснилось в разговоре, что у него есть дети, которые нормально живут, и, он, и они не знают, что он бичует, бомжует, то есть он не может перед детьми показаться в таком виде, чтобы ему помогли, ну, я понял, что это гордыня, да. И то есть я понимаю, что мое эго могло привести меня к такому состоянию, это было легко. Не то, что это было бы рядом, наверное, да. И поэтому свое эго очень важно смотреть. Своего эго очень важно цеплять. И очень важно понимать, вот тебя цепляют, допустим, да, там, я не знаю, перед свиньями бисер метать, там, ты кого свинью там назвала, да, тут, то есть комментарии были. Отследите гордыню, может, это вообще не про вас говорили. Может, это вообще не про вас. Может, это вообще про кого-то другого, да. И, а может, это слабая воля. Может быть, это слабая воля, но я не знаю, насколько это воля, но вряд ли это с волей как-то связано. Это эго, это гордыня. Реально эго, оно, в общем, имеет всех. И вот если посмотрите, человек обижается, это гордыня. Человек боится, это гордыня, да? Человек, вот все, что исходит не из любви, это гордыня. Потому что все эмоции, которые психологи, даже у психологов есть такая штука, таблица, там положительные эмоции, негативные эмоции, да? И когда начинают их сверять, за некоторые эмоции они говорят, это положительная эмоция. Кто-то говорит, нет, это отрицательная эмоция. И не могут разобраться, но все внутри, как ты к этому относишься, да? То есть получается так, что все, что ты делаешь из страха, это гордыня и это негативная эмоция. Все, что ты делаешь из любви, это положительные эмоции. Ты можешь делать одно и то же действие, но действовать в одном случае из страха, в другом действовать из любви. И тогда это вот, ну, как бы такие вещи, которые позитивные и положительные. Все, что ты делаешь из любви, это хорошо, все, что из страха, это плохо. Поэтому и деньги важно любить, и зарабатывать из любви, из-за того, что ты хочешь помочь людям зарабатывать, на этом, наверное. У нас, знаете, там, ой, у государства кризис, там, сократили бюджеты, там, нацкомпании, не будут вовлекать, не будут субподрядов, стройки заканчиваются. Я не пойму, что весь бизнес вокруг строительства чего-то, весь бизнес, он сходится, как бы, за счет каких-то тендеров. Очень важно работать для людей и с людьми. Привет. Про деньги, Рустам. Про деньги, про гордыню, насколько это влияет на нас, на нашу жизнь. И я не знаю, у меня понятная речь, она такая рваная, то туда, то сюда, потому что вопросы задают, и важно как бы отвечать вовремя, наверное. А можно, конечно, не обращать внимания, просто говорить, но я, честно говоря, пока так не научился.
деньги не губят людей, деньги губят, честно, вот людей, у которых есть гордыня. Они съезжают, они начинают играть, такие люди, это люди, которые не самодостаточные, не наполненные. Если человек самодостаточен, целостен, и каждый его, чем больше он зарабатывает, тем больше пользы он людям приносит. И знаете, вот очень много определений денег. Давайте вот ну, парочку напишите, вот что для вас деньги? Или деньги как определение там денег. Бывает, люди почувствуют деньги, власть им сносит крылья. Вот это гордыня. И вот что для вас деньги, допустим? Деньги это вот это. Не обращайте внимания на людей, разве это не выражение гордыни? Привет, люди, кто сможет помочь... Деньги – это возможность. Извините, а вы сначала каким-то достигли, переборов свою гордыню. Гордыню я вот в этот раньше вот рассказывал, то, что это, да, то есть в какой-то момент вообще упал в доходах. И я вам скажу так, что я относительно уже давно живу. Меня зовут Игорь. Я относительно давно живу, мне 38 лет, я понимаю, что есть старшие люди, где-то этот, и... Я помню развал Советского Союза. Деньги – это свобода, круто. Я помню развал Советского Союза, я помню китайскую лапшу, запаренную на холодной воде и на подоконнике, чтобы с той стороны, где светило солнце, и к обеду она распаривалась, и мы эту херь ели. У меня за тот период, пока я был студентом, я не знаю, сейчас вообще такое бывает или нет, у меня было два голодных обморока, я как бы пережил, да? И... В этом нет никакого героизма, да, просто я попал в такую ситуацию. И, честно говоря, и голодные обмороки были из-за того, что мне было стыдно позвонить родственникам и сказать, что я хочу есть. Потому что я не ел 4 дня, да, это ну до хрена прям. И мне приходилось как-то прорабатывать, и сегодня, как бы, сегодня я более-менее как бы могу себе чего-то позволить. Сейчас вот, откровенно говоря... Доширак это еще вкусная штука. Попробуйте этот, красную чашку, да, которая этот. Сейчас на сегодняшний день чуть-чуть там где-то голова из говна вылазит. И вот честно я вам скажу, почему я делюсь, для чего я вот это делаю. Потому что мы видим, знаете, людей, которые уже богатые. Дональд Трамп, там, я не знаю, там, еще какие-то там Киосаки, там, Энтони Робинсон, да, там. Олигархов этих всяких или там миллионеров уже тогда, когда они миллионеры, да? Сейчас есть такая возможность, когда мы тянемся, знаете, это так вот, они где-то вдалеке, а ты где-то здесь внизу, и они тебе сверху говорят, надо делать так, надо любить, надо то, но это непонятно как. И поэтому очень важно, чтобы когда только человек на взлете, когда он только начинает вот с какими-то страхами бороться, и важно, что, и когда он делится, да, для чего я делаю, чтобы кто-то вдруг, кому-то это сейчас будет близко, начнет со мной вместе идти куда-то вверх или что-то делать. Поэтому, наверное, это важно очень. И я, даже если эта трансляция там одному человеку хотя бы принесет пользу, и он начнет как-то лучше жить, или как-то его это сподвигнет куда-то в другую сторону, или как-то он вдруг там откроет свой бизнес или куда-то пойдет. Не пробовал такой коктейль, взлетка, вот. И я буду рад просто. И эта трансляция точно, она будет в Ютубе, и у меня не так много подписчиков, но, в общем, я туда сгружу. Потому что сегодня получился такой контент очень насыщенный. Я не знаю, видимо, давно не выходил я в этот в перископ или чего-то накопилось много. Поэтому делюсь, не знаю. Но сегодня мне прям был момент, когда прям перло. И мне нравилось вот это, понравилось это состояние. Я вам очень благодарен, что вы выходите, следите, там, выходите в перископ, когда я выхожу. Да? Хотя у меня трансляции нестабильные. Я вам благодарен, что вы меня вообще как-то слушаете. Вас давно не было в перископе. Меня давно не было. Я рад, что не пошел спать и посмотрел вашу трансляцию. Благодарю. Вот. И я буду выходить чаще, как будет время, но было интересно. Спасибо. Спасибо. И поэтому, в общем, следите. Но скоро начну писать книгу. Я обычно так философствую, когда перекурю. Я натрезвую, как бы. Выходите почаще, спасибо. Я вообще как бы состояние свое не дурманю. Буду выходить почаще, ставьте там сердечки, делайте репосты.
спасибо, геолог. Так, помоги сестре. 87. Как подписаться, о чем книга? Смотрите, по поводу благотворительности, да? Тут просто вот там кто-то просит что-то помочь, там голодные дети. А то что? Знаете, человек находится в том состоянии, где он должен находиться, да? Я знаю, что это многих может быть где-то внутри задеть, но когда мы человеку начинаем помогать, он не проходит какие-то свои определенные уроки. Если у вас дети голодают, да, вот встаньте, идите зарабатывать. Вот, да, вот поднимите задницу с дивана, идите работайте. Идите что-то делайте. Я понимаю, что, наверное, сразу много и не заплатят, да, возможно, много ничего, чего-то не дадут. Но лучше что-то сделать, и тебя будут благодарить. Вот. Супруга пришла, приехала. Вот. И тебя будут благодарить. Поэтому евреи вообще не просто человек высказывает правильные мысли о себе. Вот. И поэтому я к благотворительности отношусь, ну, так как бы, ну, честно, мне не очень. И не то чтобы там вот, когда я проезжаю, там кому-то там плохо на дороге, там стало, там тошнит кого-то, конечно, я довезу. Или там, не дай бог, авария, я там остановлюсь, помогу. Но есть вещи, когда просто просят денег, потому что нечего есть, да? Конечно, если кто-то близкий позвонит, я приеду, привезу. Но я лучше его, если я пойму, что он не хочет работать, я его буду там устраивать на работу. Я его буду куда-то там что-то этот. Если он сам не согласится или не попросится, я ему помогать не буду вообще никогда. То есть он должен пройти свои уроки, должен поднять свою задницу и пойти идти работать. И еще я вам скажу так, что меньше контактируйте с людьми, которые негативные. Которые негативные. Иду себе уместно в его сторону. Меньше контактируйте с негативными людьми, которые постоянно ноют, да? И я не хочу никого как бы обидеть, но в последнее время, когда я с аэропорта еду домой, и таксисты начинают вот свое вот ныть, там, как бы сливать, я одеваю наушники, просто я не хочу слышать этого. Потому что за 15 минут, там, 15-20 минут, пока ты едешь с аэропорта до дома, столько говна я больше нигде не видел. И поэтому я просто слушаю музыку там или разговариваю по телефону, но я не хочу контактировать с людьми, которые вот негативят. Потому что для меня Казахстан очень привлекательная, очень большая, очень дружелюбная и богатая страна, где любой человек может заработать денег, где любой человек может создавать отношения, где любой, ну, для меня казахи самые добрые люди, я не знаю, и лучшей страны я не видел. Но когда я слушаю таксистов, мне охота убежать, сразу встать и уехать куда-нибудь в другую страну, потому что у нас все ужасно и все за деньги. Потому что у нас коррупция, потому что у нас еще чего-то. Поэтому, как бы, такие вещи этот. Меньше контактируйте с людьми, которые, как бы, прям негативные. Я желаю вам, чтобы вокруг вас всегда были люди доброжелательные, чтобы вокруг вас всегда были люди, которые успешные. Я вам желаю того, чтобы вы были успешные, чтобы вы зарабатывали, и люди тянулись к вам, чтобы вы сподвигали свою семью вперед, я вам желаю, знаете чего, я вам желаю успеха, чтобы все у вас было вовремя, машина вовремя, семья вовремя, миллион долларов вовремя. А то бывают мечты сбываются, когда тебе 70 лет, и вот этот красный кабриолет нафиг никому не нужен. Потому что вы явно этот кабриолет не в 70 лет ходили, и нафиг кабриолет, когда у тебя седина, когда у тебя уже ничего не шевелится. Вот. Поэтому такие дела. Успеха вам желаю. А хейтерам большое спасибо, что они там чего-то пишут, и трансляция поднимается вверх. Конечно, они могут там негативить, и сегодня это отследить как-то невозможно, можно только забанить как-то. И как бы, просто всем успеха, всем добра, любви, радости, счастья, больших доходов, счастья вашей семье,
Большого здоровья, всем пока-пока. Ставьте сердечки, делайте репосты, ставьте пальчики вверх. Пока. Не могу остановить трансляцию. Надеюсь, что эта трансляция сохранится в телефоне для Ютуба. Напишите на WhatsApp. Там телефон записан в этом. Блин. А, так работает, да?